Уфа предоставляет неплохие возможности для альтернативного отдыха и развлечений. Если кому-то хочется заставить свои надпочечники выделять тройную дозу адреналина, серое вещество мозга работать на полную катушку, а также укрепить дружеские отношения, поскольку игра командная, то добро пожаловать в Encounter. Недавно официальный дилер Volkswagen Автоцентр Керк устроил захватывающую игру в Энку для 22 экипажей. Поводом стала презентация новой модели внедорожника Tiguan, который далее не раз фигурировал в приключениях. К 9 часам вечера моторизированные команды собрались возле набережной Белой, чтобы пройти инструктаж и стартовать на задание. Среди участников оказался также ваш покорный слуга в составе экипажа Уфанет. Победители из числа команды Green Machine будут комментировать события той памятной ночи. Насколько я понял, мы все являемся участниками команды сборной Уфанета в игре Encounter. Скажу, что я заявленный игральщик в эту игру, никогда ее не занимался и понятия не имею, что сейчас происходит. Только что мы выехали с набережной реки Белая, получили какое-то задание. И сейчас капитан нашей команды Андрей Блинов поведает нам об этой игре. Игра Encounter состоит из кучи заданий, которые разгадывают куча команд. Соответственно, каждой команде приходит задание на ноутбук, который нам еще с вами надо включить, а через 5 минут уже начнется игра. Приходит задание, нужно отгадать зашифрованное место, поехать в это место и найти код. Ну, либо что-то сделать. Сколько вообще уровней сегодня будет? Сегодня 10 заданий. 10 заданий, то есть нам надо будет гонять по городу, отыскивая эти коды. И в результате, куда мы сейчас отправляемся? Пока никуда, ждем подсказку, там будет первое задание. Только что появилось на сайте задание того, что мы должны делать. И мы сейчас прочитаем, что там у нас появилось. Задание. Найдите черного агента в торговом центре мирового значения. Скажите пароль мистер Чуквука. Я агент, название команды, чтобы получить ценную информацию. Брали мы первые три буквы «Мир», да, и уже догадались, что это действительно торговый центр «Мир». Там нужно было в этой, значит, фирме «Мир» найти определенного агента, то есть не сказано было, кто он, сказать ему пароль. То есть, и когда все это было сделано, да, он должен был дать какой-то некий предмет. На поиски отправилась и команда «Уфанет». Поиски пресловутого мистера Чуквуки продолжаются. Короче, пробежали мы четвертый этаж, третий этаж, второй этаж. Не нашли мы этого Чуквуку. Продолжаем поиски. После блужданий по всем этажам мира и приставаний к ни в чем не повинному индусу, мы, наконец, нашли объект наших желаний. Можно? Все, пошли, пошли, побежали на главный выход. Все, нафиг, валим отсюда. Валим. Он вообще перемещается, вот почему. Мы его найти не могли, потому что он перемещался все это время по этажам. Мы-то думали, он на каком-то одном этаже стоит, а тут он хитрый. Где машина? Что там, подсказка пошла? Да, второе задание пошло. Что говорят? Садись. Поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой. Вот она. Так. Вставьте флеш-карту в ноутбук. В коробочке была флешка, но флешка предназначалась уже конкретно для второго задания. А, второе задание. Это был видеофайл, достаточно сложный для нас он оказался. Ну и, как я потом понял, для остальных команд. Что из себя представил? Начало файла – это съемка некой местности из автомобиля в темное время суток.
То есть видно только мелькающие огни автомобилей, дорога, какие-то блоки стоят вдоль дороги и какое-то сооружение здесь. К нам пришла подсказка, что это Ан-24. Стало ясно, что это пересечение каких улиц? 50 лет СССР и выезда. Какой самолет на улице находится? Нашли мы эти столбики, и сейчас от них мы пытаемся по записи. Не показывается, куда ехал, а показывается только приборная доска и где машина заворачивала. И по этой видеозаписи мы не знаем, куда он едет. Мы сейчас выясним, куда нам надо ехать и где искать следующую подсказку. Там в конце видеофайла человек рисует метку на столбе. То есть наша задача заключалась в том, чтобы на вертолетной площадке найти именно тот столб, где была эта метка, и найти код на нем. Куда поехал стоять? В больнице же говорю, туда. Заворачиваю вот тут, вот вес на вертолете. Вес здесь. Пока нифига не нашли, Серега. Ищи пока что? Нифига не нашли, ищи что? 38-25. В общем, после продолжительных беганий и метаний по всей территории вертолетки, у самого основания столба, это было в основании столба, там было написано. Мы не увидели. Два человека там пробежало, мы этого не заметили. Высоковат да. Немножко. Вот так. Ой. Бедная задница. Видишь, между ними было написано. Один, повесить чуть-чуть. Чего? Один, повесить чуть-чуть, а? Один, повесить чуть-чуть. Третье задание было, ну, таким. Там была обозначена частота, про которую, в принципе, при начале игры говорили, чтобы в каждой... FM частота, да. В каждой машине должен был находиться радиоприемник. Обязательно, чтобы... То есть она была указана, там была указана частота 88,5. Место, где это находилось, там было описано, в принципе, кто... Ну, вот я говорю, на логику, там было написано правдивое место, да? Клуб «Правда», он действительно почему-то такой центровой. Там, если были задания с FM-передатчиком, с FM-приемником, то все они почему-то проводились в основном там. 347. Поехали. 347. Четвертое задание было, на самом деле, вот здесь креатив организаторов меня просто поразил, на самом деле, действительно было очень-очень круто. Оно было, с одной стороны, и сложное, с другой стороны, и веселое, и креативное, то есть надо было выкручиваться. То есть четвертое задание было, это был фотовопрос. То есть нужно было в задании, то есть там не давалось ни время, то есть вы обязательно его должны были просто выполнить. Задание было сложно в том, что надо было найти атрибуты, да, не сложно найти бар, не сложно найти на самом деле красивую девушку в баре, потому что в Уфе их очень много, да, не сложно было найти бокал, а сложно было найти именно костюм агента. На фото должен быть запечатлен поцелуй агента с девушкой. Агент должен быть одет в строгий костюм, брюки, пиджак, светлый. Вы уверены, рубашка, что у нас... галстук, на девушке должно быть платье. В руке у агента должен быть бокал вина. Платье! На фото, кроме агента и девушки, должен быть бармен и посетители бара. Не одну только фотографию, ладно, выберите. О, отлично. И название так. Бармен на задней, вон там часть. Бармен, все, посетитель. Все, у вас нету штрафа. Подождите, стойте. Ну-ка еще раз. Так, платье, пиджак. Но я вижу, не кричите. Платье, пиджак, рубашка, галстук, рубашка, вино. Посетители, вино. Все, без штрафа. Совершенно секретно. Все, вот так, такой у нас есть конвертик. О, совершенно секретно, без штрафов конвертик получили. Основателем, который передает этот конверт. Конвертик агент проводит карту. Сделанную со спутников. В отдельном участке недавно видели похищенный тигуан. Найдите похищенный тигуан в одном квадрате, код на нем. По улицам, так. По всем этим надо проехаться, и там надо можно посмотреть. Доехать. Почему внутрь? Ну, потому так. Что в заданном квадрате. Внутри Карла внутри Маркса, внутри. Чернышевского, что там еще? В общем, задание получилось следующее. Необходимо найти белый тигуан в заданном квадрате. В этот квадрат входит огромное количество кварталов. Сейчас мы пройдем по улице Коммунистической, вверх по улице Коммунистической. В общем-то, заглядывая почти в каждый двор. Вот мы сейчас спускаемся по Пушкину. Вот здесь смотри. Там что стоит? Наша. В конечном итоге оказалось, что тигуан, как и агент Чуквука, не стоял на месте, а передвигался внутри очерченного периметра. Двигайся на недостроенный мост над ПСЮ. Проспект Салата Юлаев, недостроенный мост. Есть там? Все понял, есть. Есть. По сценарию игры, во время поисков тигуана, агенты были остановлены работниками ДПС. И для прохождения на следующий уровень требовалось пройти тест на знание правил дорожного движения. Давно права получали? Да. Сколько лет? 7. Проверить.
Сержант Фольц! Следующее задание было достаточно интересным, то есть тоже опять же была логика, да? То есть речь шла о свадьбе, то есть, ну, не какой-то конкретной, да? И там было написано, что на свадьбе есть какой-то призыв, да? Призыв к свадьбе 44 раза. Сначала в голове мелькнула мысль «тост», да, что-то такое, да? А затем один из пассажиров у нас догадался, что это на самом деле «Горько», да? То есть слово «Горько», призыв на свадьбе, да, к жениху и невесте. И из этого задания уже стало ясно, что это улица Горького, а номер дома служилось и вот именно эти 44 раза. То есть здесь мы отправились именно с Бессонова в другую часть города, то есть Черниковку, на Горького 44. Нужно было найти соответствие цифре, которая была запахом буквы той, которая была тоже по всему дому. Некоторые запахи почему-то мы перепутали, но в итоге все запахи были найдены, то есть было такое креативное сегодня задание. Зашли в подъезд, видим почтовый ящик, там лежат конверты. Как бы направо так голову немножко повернули, смотрим, лежит человек. Да, причем, ну, думали, бомж, как бы, ну, нормально. Тут раз он начал с нами разговаривать, говорит, один взяли, говорит. То есть этот человек просто следил за тем, чтобы каждая команда взяла только один конверт. Если честно, подумала, что там реально спит кто-то вот не будет. И мы получили код. Вот, нам попался код, и мы догадались, то есть командир догадался использовать ультрафиолет, который нам дали, подсказку в самом начале игры. Все, садись. Само задание, да, там она содержала 4 головоломки, то есть они были сразу попутно нам исполнены, да. То есть, как говорил Константин, мы доехали до Икея. Следующее задание было такое, то есть про самого богатого поэта Башкирии. Но Мустай Карим был достаточно далеко, да, а Баязита Бегбая было, в принципе, прямо по пути. То есть мы решили, пока мы ищем в Гугле, чтобы точно удостовериться, да, мы поехали по прямой, то есть по Жукова, поехали к остановке Баязита Бегбая. Как сказать, люди так шарахнулись в стороны немножко. Ну, да, просто, да, кто-то, может быть, еще не знает до сих пор, да, что в Уфе проводятся такие игры. Ну, в принципе, так как игры идут давно, да, что Дозор, что вот Encounter, да, поэтому люди как-то уже привыкли. А сотрудники ДПС, они, в принципе, поначалу только, я говорю, когда, наверное, лет 5 назад еще это было, они были, ну, удивлены, да, сейчас им говорят про Дозор, они, в принципе, об этом знают, да, стараются как-то более лояльно, даже если вечером останавливают там ночью, да, где-то, стараются более лояльно к этому относиться, за что им как большое спасибо, да, они понимают, что люди не просто так, то есть ездят, они именно хотят выиграть. Мы рады были сыграть в такую прекрасную, замечательную игру. Со мной были мои замечательные коллеги. Первое задание было очень необычно легким. Мы подошли к нему со всей серьезностью. Остались глубоко в хвосте, но у нас было 10 заданий, чтобы наверстать. Буквально вот на предпоследнем мы уже были на волосок от лидера. Команда называется у нас Big Bang, что значит большой взрыв. Скажи, что ты думаешь про это? Я думаю, все хорошо, отлично. Молодцы! Игра очень интересная, вообще очень живая, классная, антуражная, веселая. Мы получили столько удовольствия, еще море просто удовольствия. Спасибо организаторам, супер было все. Масса впечатлений, вообще все понравилось. Ну, Encounter, ночной дозор. Очень все понравилось, хочется еще. Правда, не все получалось, но мы будем учиться. Какие для вас самые сложные были части этой игры? Найти столб найти. В результате и целом игра удалась на славу. Все элементы геймплея были удачно сбалансированы, поэтому игралось легко и с удовольствием.